В этом видеоролике мы приготовим мандариновый сок с помощью соковыжималки Vitec VT1607. Для этого нам потребуется 900 грамм мандарин. Мандарины необходимо помыть, очистить от шкурки. Собрать соковыжималку. Опустить носик слива вниз. Включить первую скорость, опускать мандарины целиком в загрузочное горлышко и проталкивать их толкателем. Готовый сок перелить в бокал для сока. Мандариновый сок готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.